Всем привет! Мы на поле собираем клубничку. Народ еще спит. Народ еще не проснулся, не приехал. Поэтому у нас есть возможность собрать самые классные, самые спелые ягодки раньше других. Это просто классно. Это просто офигительно. Вот они у нас какие красавчики. Сейчас мы их всех соберем. Всех соберем. А потом будем есть. Погода у нас на улице обалденная. В 10 утра у нас уже 25 градусов тепла. Что будет днем, я не знаю. Но лучше этого не знать, потому что в дикую жару на поле собирать клубнику не особо охота. Ой, какие хорошие. Ой, какие они классные. Обалдеть. Если кто меня слышит, если кто меня видит, присоединяйтесь. Килограмм клубники стоит 4,80. Это если собирать самому. Но есть уже готовые коробочки, там лежит клубника собранная. Они, по-моему, стоят, кажется, 5,60, что-то такое. Но само удовольствие получаешь, когда сам собираешь клубнику. Так, это для птичек. Вот, смотрите. Собираем по чуть-чуть. По чуть-чуть собираем. По чуть-чуть собираем. Это сейчас у нас только начало июня. И клубника только-только пошла. В середине месяца клубники будет намного больше на этом поле. И можно будет собирать еще больше крупных ягод, чем, к примеру, сейчас. Но сейчас тоже они хорошие, они сладкие, они вкусные. По сравнению с той голландской клубникой, которая продается в магазинах, естественно, эти намного лучше. А цена та же самая. Голландская клубника стоит килограмм, по-моему, 5 евро, что-то такое. А здесь килограмм стоит 4,80. Но тут еще преимущество. Тут ты своими руками собираешь. Так что вот выбирайте сами. Или немножечко единения с природой, подышать свежим воздухом. Или вылезти в магазин, купить, принести домой, разложить на столике, сказать, я собрал клубничку. Так, ну что у нас? Мне вроде бы хватит. Пару штук можно собрать, в рот положить. Вон там как раз классно есть. Сейчас пойдем туда. Так, смотрим и наслаждаемся клубничкой. Вот, полная коробочка из-под мороженого. Ну, сколько тут килограмма? Сейчас килограммчик с хвостиком будет. Ну и остальное можно теперь спокойно собирать и поглощать. Потому что преимущество собирания клубники собственноручно заключается еще в том, что ты можешь, придя на поле, хавать эту клубнику
до потери пульса. Как говорится, все включено. Хозяева поля знают это, но тем более разрешают тебе собирать, потому что они все равно свои деньги не потеряют. Вот так вот. Результат нашего похода на клубничное поле. У нас получилось 4 килограмма клубники. Тетка сделала нам скидку, и мы заплатили всего-навсего 18,70. Хотя, по идее, должны были заплатить по 4,80 за килограмм. Это, ну, все равно сделала скидку. Там на 50 копеек. Ну, плюс к этому мы еще примерно такую вот коробку клубники затолкали себе в желудок. Это, естественно, было бесплатно.